городе Одинцово встретить ухоженные цветущие палисадники можно буквально на каждом шагу. Жители многих многоэтажных построек очень трепетно относятся к придомовой территории. Своими усилиями, используя оригинальные идеи по ландшафтному дизайну, на маленьком клочке земли они высаживают разнообразные цветочные композиции. Получается настоящий райский оазис среди панельных лабиринтов. Первой остановкой летнего прогулочного маршрута нашей съемочной группы стал дом по адресу Новоспортивная, 24. Здесь жители из обыкновенных пластиковых бутылок сотворили кашпо для цветов в виде очаровательных рюшек, а рядом белоснежные колокольчики. У нас очень красивый палисадник. Жители нашего подъезда все вместе ухаживают, и дети помогают тоже. Вот. Сами своими руками все делают. Вот. Весной начали делать. Разбили клумбу, посадили саженцы, и все вместе на субботнике выходили и украшали, и сажали. В общем, сейчас ухаживают все вместе также. Следующий адрес – Можайское шоссе 99. Этот палисадник давно известен в округе из-за буйства ярких летних красок и многообразия удивительных цветов. Заросли мальвы, благородные розы, нежные лилии и дикий шиповник – все это можно увидеть здесь, на нескольких квадратных метрах. Сейчас в Одинцове этим летом вообще великолепно. Есть, конечно, дома запущенные, но в основном, конечно, вот смотришь, масса палисадников, так красиво. Главное, это же ведь кто делает? Жильцы, люди, сами. Нужно, чтобы все жители Одинцова у каждого дома цветочки сажали, клумбы, деревья украшали, как-нибудь красили, там заборчики ставили, и будет такой у нас красивый город. Подобные цветочные уголки в городе служат не только в эстетических целях, но и рекреационных. Ведь приятно отдохнуть и насладиться ароматом цветов, сидя на лавочке в таком чудесном саду. Буквально 10 минут помогут восстановить утраченные за весь день силы. Екатерина Старосветская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».